Привет, друзья! Сейчас мы находимся в Индии на ретрите. Здесь есть некоторые мастера. И сейчас я вас хочу познакомить с Габаром. Он из Будапешта. Он приехал ко мне на ретрит. Сейчас будет его речь. Мы переведем для вас специально, чтобы вы поняли, послушали его. Он расскажет про магнитные поля, про тантру, про то, как работает состояние самадхи, что такое энергия сома, и так, чтобы это сложилось в нашу, ну, как бы, картину мира, чтобы было более понятно. Очень интересный человек, мы с ним обмениваемся опытом, я работаю с ним через дыхание, через состояние самадхи, а он работает со мной на уровне магнитных полей и на уровне структуры. Слушайте внимательно, такой информации вы вообще нигде не найдете, ни в каких источниках. Я учил по-русски 30 лет назад в школе. Писать, читать и немножко разговаривать. Через четыре дня я помню. Читай. So this after 4 days with your field, it's coming down. На четвертый день в нашем поле знания к нему вернулись русского языка. 30 лет назад он учил русский. Wow, it's amazing. This is a magnetic field. Это, ну, магнетическое поле, которое дает информацию. So this, you can get everything what you do becomes faster. Все, что вы думаете, становится быстрее в этом что поле. Что вы делаете? Начинаете делать. Да, спасибо. So I wanted to demonstrate for you why it's good. That was your question. Он хотел показать, как это хорошо, ну, отвечая на твой вопрос, что все ускорилось и знания вернулись. Он читает уже на четвертый день. And this text was just coming up for today, because every day I read new text. In this book, many texts. Окей, да, сегодня пришел этот текст, и он каждый день пытается читать, но сегодня вот была эта страница. And this text is about people who are very young. Just become to know, to make music, to do things. Да, и эта страница как раз про людей сегодня пришла, как он удивился, про людей, которые начали, кто-то в 5 лет, кто-то в 13, да, кто-то вот в 19, то есть начали делать что-то, ну, особенное. Чего они не знали. Да, чего они не знали. Пришла информация. Да. This is comes from their magnetic field, from their akasha, personal akasha. Это пришло как раз из магнетического поля, из персональной акаши. Память прошлой жизни. То есть пришло к этим людям таланты. Нет, не сколько память прошлой жизни, а акаша — это просто вся информация. Вся информация. Ну, прошлой жизни, Настя. Is your, and you have internet global. Да. Ну, то есть есть глобальное поле информационное, да, и оно приходит, ну, к каждому. То есть получается, что когда у тебя настроены поля, да, ты уже вот с настроенными полями можешь получать просто информацию. То есть просто информация заходит, да? Попадает вот в этот сепаратор, да, который начинает. If person has a own, But first strong you have magnet. To build your own. Сначала ты должен построить свое собственное поле. Very strong. After очень you сильным. Can go to... Только потом ты можешь соединяться. To bigger field. То есть в твоей практике. And this also this magnetic field stores karma. Эти магнетические поля торс, вот именно торс. Stores. Stores. Хранят карму, то есть да, эти хранят информацию кармическую, эти поля. Просто информацию. Ну карма, not only information, karma information, karma stores karma. So if you clean it, you clean your karma. Если ты почистишь это свое поле, ты почистишь карму. То есть the best version, yes? Yes. Because when you have a block in the magnetic field, this is no excess. Like when you have a stick with a file,
and it says the file is damaged, or write protected, or cannot read. Если ну, иметь блок в своем поле, то нет доступа к, к информации. Ну, как будто бы файл не может быть прочитан. Да, то есть, ну, как бы файл сломан. Паспорт. Да. Специальный пароль. And if you work with the magnetic field, you clear, then when your soul can express. Когда ты работаешь со своим магнетическим полем, ты чистишь его, и твоя душа может express to go out? Express whatever. А, может выражать, да? Creativity, да, может pleasure. Креативный быть, с большим удовольствием. Ну, то есть express, ну, как бы... to get. Ну, то есть может делать больше. Работает. Да, работает, работает soul, открыто. Soul is light. Душа очень легкая. Body is matter. Matter. Body, matter. А, будем, да, тело материальное. And magnet is putting connection. That together, connection. То есть магнетические поля соединяют душу с телом. And if you have some spots in the magnet, which is not readable, not working, then the soul and the body connection is not so good. It's a weak signal. Если спот, если ты не имеешь входа, я так понимаю, да, между душой и телом, то, ну, сигнал не проходит, нету такого, ну вот, нет соединения. So the body you get from your parents. Тело мы получаем от родителей. The soul comes from the cosmos. Ну, душа приходит с космоса, да. But when it's together. Когда это соединяется. The magnet is a translator. Interface. Магнетическое поле начинает транслировать ну, то, что оно есть, интерфейс, ну, как бы сущность, я так понимаю. And if you clear magnet, then interface becomes fast. А, то есть, когда вы почистите поле, то, ну, интерфейс... Загрузка, ну, короче, апгрейд. Да, ну, обмен, как бы, соединений будет намного быстрее. Windows 10. Да, ну, более быстро. He asked about what helps us to clean our magnetic field. In every old tradition, they did this cleaning. В каждой как бы, старинной традиции есть свои практики для чистки поля. With different methods. Разные методы. Method, да, он расскажет нам один метод. That takes 9 months, like rebirth, 9 months. А, это занимает 9 месяцев, как ну перерождение. And every 4 days I give a teaching. Каждые 4 дня он будет учить. No, it's 4 days together, a seminar, I teach, and then you get a practice, and you do this for 3 months. Да, то есть он дает 4-дневные семинары, он учит, как это делать, и потом практику мы должны делать в течение 3 месяцев. Yourself. Ну, самостоятельно, чтобы закрепить эти навыки. I teach four days, again, и потом 4 дня снова, и снова 3 месяца, так? 9 months. Yes, 9 months. 3 months, then 4 days. Yes, and then 3 times for 4 days and three months. And 3 kind of practice. Ну да, три разных практики он дает, ну это 4 дня, 4 дня, 4 дня. 3 семестра. Like also with birth, same process. Да, ну также такой процесс перерождения, ну как бы 9 месяцев. And in the first, в первую очередь анатомии. В первую очередь мы учим анатомию, магнетическую анатомию тела. And then you do the exercise to make it strong. Да, делают упражнения, это, ну, как бы укрепляет magnetic fields, да, магнетические поля. The second part, I teach how to synchronize. I teach the best practice, so you can download and install. Да, второй шаг, как загружать, ну, как бы информацию, уже связываясь с большим полем. Yes, and the third semester I teach how to remove blocks, spots, which are mistake in the field. Okay, да, и уже в третьем блоке он учит, как устранить блоки, ну, ошибки, которые есть в теле. And then it's complete. И это тогда полный цикл, ну, то есть завершение. Не во втором, устранение ошибок. He asked about why the delete spots is in the second, not second semester, only third semester. Because we wait
for the spots, which there are different spots. Мы должны дождаться этих блоков. There are white spots. Бывают разные блоки. Белый, gray spots, серый and black spots. И черный. То есть три вида блоков. And белый, серый, черный. At the end, only the black spots remain. So we have to individually, we only need to do the black spots. То есть самое сложное это устранение usually черных блоков, которые надо уже. In previous life when you were killed. А, в предыдущих жизнях вы были убиты, да? Killed or tortured or very deep. То есть это очень, очень глубокие блоки, которые, ну, смерти в прошлых жизнях. Вау. Yeah. Wow. And when we clear, like white spots, you have like 200, gray spots, you have 50, and black spots, you have 5-6, no more. А, он говорит, что белых блоков может быть там 200, серых где-то 50, а черных 5-6 обычно. Это individual, all body has an individual place. То есть это ты видишь, или это когда ты занимаешься, сам хозяин вот, видит этого Who is can to see these blocks? Only teacher or he must see himself? Yeah, this 9 months is to clear yourself. But if you learn, you want to learn how to see, that's another 4 days. То есть 9 месяцев можно научиться как бы работать с этим, но чтобы видеть, нужно учиться дальше. But first you have to clear yourself completely before you cannot see, because also the block not enough magnetic energy here. Ну, то есть в любом случае начинать нужно с чистки самого себя, да, чтобы дальше можно было уже убрать блок с того места, которое позволяет видеть у других. Как соединяется человек, космоса и тело. How is it that we have different powers in our body? Мы имеем различные энергии в нашем теле. First is the body power is chemical. Первая сила это химия, да? Chemical. Химия, yeah. Химический состав, да. And the next level is electrical, electric. Да, ну второй уровень это электричество. And that electric power goes in wires in the body. Электрическая энергия идет в wires вены, wires. Yeah, нади. Нервная система. Нервная система, да, нервная система. Да, электрическая энергия идет по нервной системе. Yeah. Yes. And they have different maps for that, like the Chinese map. Да, ну, для этого есть различные карты, как, ну, китайские карты, ци, да, you know, like ци, energy, Ци is electric. Окей, да, ци – это электрическая энергия. And when this starts to move, когда мы начинаем двигать эту энергию, then it becomes electromagnetic. Она становится уже электромагнетической, это third type of energy, yes? Yes, third type. Это третий тип энергии, магнетическая. And when you have your own magnetic field, когда у тебя, ну, появляется собственное магнетическое поле, then you can use the light. Better. Тогда ты уже можешь лучше использовать, ну, свет from космос, yeah? Yes. Да, космическую энергию. Yes. And your soul needs light. Поскольку душа, ну, нуждается в свете, и тело нуждается в магнетической энергии. And when it's together, you have a strong magnetic field. You also collect more light. Да, когда это сильное, это получает большее количество энергии и становится более светлым. And you can also store light. А вы также можете сохранять этот свет, ну как бы копить его, store, да? If you don't have this field, you connect with light. When it going through you, you feel very nice. You channel light. It's very nice, but when you stop channel, it does not stay with you. The magnetic field closes the light around you, so the light stays with you. Okay, когда ты имеешь сильные как бы каналы, ты получаешь много света, и эта энергия остается, ну, в тебе в этом магнетическом поле. Ты можешь ее как бы, ну, собирать. Не видеть, да? Да. Ну, ты можешь получать ее, и она будет с тобой. Ну, то есть, если каналы чистые, она потому что проходит сквозь тело. И ты можешь ее, ну, как бы задерживать, да, аккумулировать.
А что, ну, как бы назовем, преломляет эту энергию, да? Мы все живем в домах, квартирах, да, и так далее, да? А что из может сильно преломлять нашу магнетическую энергию? От чего нужно прям срочно избавиться? What is blocked this kind of energy in the house, in the maybe something else? What is the now at the moment the Earth's magnet is going down? На сегодняшний момент магнетическая энергия Земли идет, ну как бы снижается. So 100 years ago, it from the last 100 years is 30% less. За последние сотни лет на 30% уменьшилась энергия Земли. It's because of the so many electrical things and because of man. Ну да, поскольку деятельность людей, много электричества, ну, таким образом уменьшает силу Земли, понимаю. So, it's like that in previous, the magnet was very easy, because you walk barefoot on the ground, and now you have shoes, you in the house, it's not automatic. Да, раньше было очень просто получать энергию Земли, потому что был контакт. Мы ходили босиком, мы жили не в домах, да, мы были ближе к Земле. А сейчас, собственно, это изменилось. Yeah. So now we have to work a little bit to reach it. Да, сейчас нужно немножко поработать, чтобы получить эту энергию. So now it's also true that... 70-80% людей сегодня имеют очень маленькую энергию, ну, как тело. То есть не такой объем, а прям совсем маленький. They get sick, in the spring, они начинают болеть весной, осенью. They take vitamins, they take они вынуждены пить витамины и всякие. And, but some people, especially successful in business, and they get very big fields. Но некоторые люди, особенно успешные в бизнесе, имеют огромное поле. It's very, very strong. Yes, very, very strong. It depends what for parents, for place, for practice. От чего это зависит? These people with big fields usually they have many people working for them, so they polarize like boss and workers and polarization. Tantra is working. But tantra is not only sexual; it's also power. Power tantra. I'm king. Everybody, or I'm star. I'm playing music, whatever. Giving concert. Everybody's listening. Take. Giving magnet for me. So my field becomes very big. Некоторые люди используют энергию своих там рабочих или давая концерты, энергию тех, кто их слушает, и забирают от них эту часть. Таким образом, это часть тантры, да, использовать энергию других людей. Yes. Быть лидером, да, to be a leader, something. Leader. Да, лидировать в чем-то. You get polarization from people. Поляризация, да, от людей. But if you have like problem in a business and it goes down, like you had 100 people and then you get only 20, you start to drink, you instable because you don't you lose energy because you lose motivation because you already know the strong magnet and when you lose your magnet, you become you depressed. Try to find, что когда люди терпят проблемы в бизнесе и из большого количества их работников становится, допустим, меньше, они теряют эту магнетическую энергию, пытаются пить, как-то компенсировать вот это вот уменьшение, потому что они знали, как это чувствовать, силу, большое магнетическое поле за счет, большего бизнеса, да, когда он меньше, это стресс большой. But the most important is to get your field from the earth, not from other people. Но наиболее важно получать эту энергию не от людей, а от земли. Это более правильно. Yes. Because then sometimes you, because always in life, sometimes you're successful and sometimes you have problem. So it's like this. Да, поскольку жизнь нестабильна, иногда мы очень успешны, иногда мы менее успешны, да, и вся жизнь, построена таким образом, поэтому важно. But if you have your field from the earth, you can build up, because this is easy to go down, but to go up is difficult, because no people around you. Падать вниз очень легко, но подниматься вверх намного сложнее, потому because что... Because no popular anymore, because you are not successful. Only successful is popular.
Unsuccessful is not popular. Ну да, потому что быть успешным очень популярно, а когда ты теряешь успех, это совсем не популярно. Поэтому это, ну, более сложно подниматься вверх. А, big stadium, ага. You come in, I'm not successful, everything. Uh-huh. Okay, I give you big magnet. And you... ну, like Tony Robbins. Like Tony Robbins, same. То есть сегодня очень, ну, популярно, ну, типа, давать энергию тем, кто не успешен, ну, как бы. But this energy comes from the people watching. Но на самом деле эта энергия собирается от тех людей, кто пришел ее получить. Люди забирают и типа дают. И кому-то дают, и тот взлетает, получается. Информация просто сотка. But when they come out, they lose the... Yes, when they come out, they... Но это как стоит им только уйти, они теряют. Как бы уходит в депрессняк. Да. If Tony Robbins is making a program and the stadium is half, not full, he canceled the program. Ага, если Тони Робинс делает программу и стадион только наполовину, он не может делать эту программу, ему нужен целый стадион. And then he choose a smaller stadium. Ага. Так... And he advertise again and becomes full. Then he do the program. Да, то есть он, если он не собирает большой стадион, только половину, он отменяет программу, и они собирают стадион поменьше, он должен быть только полный, только тогда он будет делать программу на полном стадионе. So what I show you and I will show you today, we can practice, is always working. Not no group, doesn't matter, yourself you can do. Да, и те практики, которые покажет сегодня Габар, работают для нас самих, когда мы делаем сами, независимо от других людей. When I present also this field for 20-30 people watching. They ask, okay, can you do individual also? And this is different because I can do only, you come alone, we go in the room, I do the same. Да, these people, like Tony Robbins, or what this big, they cannot do. If you on a private session, nothing happens. Okay. Габар говорит о том, что те практики, которые он делает на группах 20-30 человек, ровно то же самое он учит в индивидуальных сессиях. А, допустим, Тоби Робинсон не может делать индивидуальных сессий, он может делать только на больших группах. То есть разница в подходе... Because they don't connect with Earth, but they use tantric polarization from the people looking. То есть, получается, он использует больше поляризацию от тех людей, которые, ну, он собирает и смотрит. А Габр использует больше, ну, энергию Земли. Да. Ну, Тони Робинс used another way, yes, to take energy, to polarization. Я, наоборот, from people to people, yes, only, it's... А, из горизонтальная, это горизонтальная энергия. Ты ничего не делаешь после тренинга, ты сливаешь энергию. Горизонтальная, да, я понял. Просто, да, горизонтальная энергия у Тони Робинсона, то есть человек от человека. No energy, it's no energy, it's polarization. А, поляризация вот, вот такого уровня. Like Гитлер, no? Induction. Индукция, да, индукция. This induction and is and you have to learn this. А, мы должны... This is Shakti and Shiva and this is Tantra. This is other kind. Ну, это другой совсем тип горизонтальной энергии, то есть более правильная вертикальная шакти and Shiva. Да, Shiva and Shakti. This is the divine. This is only people together. Да, это только между людьми, а это divine. What do you mean divine? Divine, like also the God. А, ну то есть связь с Богом, да, божественная энергия. Да, универсал. Универсальная. This is only people between. Да, это только между людьми, а это, ну, связь с Богом. А пусть расскажет про самадхи, вот то, что мы входим в состояние самадхи, как это с магнетической энергией? How is samadhi station to connect with magnetic? Okay. with the magnetic, it comes from the earth. If you only build up magnetic, then you become heavy. А если ты используешь только магнетическую энергию, то это тяжело, и ты становишься тяжелым. You are powerful, but you are like an elephant. Да, ну то как бы ты сильный, но ты как слон, потому что это тяжело. Yeah. If you use cosmic, you feel like a bird. А если только Falcon. Космическая энергия, то ты как птица, как орел. You fly. Да, летаешь. You're very happy.
Ты счастливый, легкий. And everyday people don't see you. Very... Да, и люди не могут тебя заметить, потому что ты в другой энергии. Ну. Улетевший. And they say, come down, come down. Yes. Спустись. We don't like you, you fly. Ты нам не нравишься, ты очень свободный, ты летаешь. Отлетевшие, да? Да, отлетевшие, да, отлетевшие. На духовности. So if you use the soma, freedom, and happiness and power from down, you can be in the body, you can be strong, but you can also be free. Okay. Если ты используешь сому, ты счастливый, ты свободный, да, но при этом ты остаешься в теле, используешь силу, силу магнитного поля. Yeah. And the connection. I think it's very important that you all the levels, you have the balance. Очень важно иметь баланс всех уровней. А какие уровни бывают? Which type of levels it be? Yeah. With the chemical balance, with the breathing. Химический divania, баланс с дыханием. And this is also the body is also etheric, the energy. It's also balancing. All the breathing is balancing. Тело все в балансе, и даже дыхание это баланс. Yes. So the breathing and the soma is the first floor and the upper floor. Дыхание это первый, ну нижний этаж и верхний этаж, да? Это все breathing. Between two floors, electric magnetic. Между этими двумя этажами дыхания электрические поля. If you do everything, you have the whole house. Если ты делаешь, ну, как бы все, у тебя полный дом. То есть сома – это верхний этаж, да, сама? Сома – это first and last level, сома. Last level, сома, yeah, the breathing, Breathing, дыхание. Питание, не дыхание, питание. Breathing? No, breathing. Breathing, first, yes. Дыхание. Да. So that's first floor. And soma is upper floor, ну верхний этаж. Rooftop, да, крыша. Soma rooftop. This is basic. Basic дыхание. Yeah. And this is electric magnetic. Electric magnetic. Посередине, да. Full house. Yeah. Like a poker. What do you mean when you told the briefing? Briefing. Yes. What is it? Химия, да? Химия, оксиген. То есть we get окисление, химия. With the breathing practice, we get oxygen. Мы everywhere. Получаем кислород, ну, по всему телу и выходит углекислый газ, да. Or chemical is clearing and then очищение химическое. Then we have a very good basis. Это, ну, как бы дыхание это хорошая база для того, чтобы ну, как бы like фундамент. Фундамент. Да, фундамент дома. Питание. What about the food? Where is the which floor for food? This is also. This is so basic. Это как бы питание также базовое является уровнем. Класс. Yeah. Is enough for theory? Enough. Достаточно для теории. Пока да. Yeah. Супер вообще. Yes, супер. Информация просто. It's really important to us. The space structure. Full house. Yes, full house. Full house, yes. You win poker, full house. Yes, yes.